В послании президент дал старт третьему этапу модернизации страны. О перспективах, которые ждут североказахстанцев при выполнении поставленных задач, говорили на брифинге в филиале службы центральных коммуникаций. В качестве эксперта выступила доктор исторических наук Акмарал Ибраева. Подробности далее. Образование, здравоохранение, соцподдержка, безопасность. Президент страны затронул в послании все важные сферы жизни казахстанцев, считает доктор исторических наук Акмарал Ибраева. По ее мнению, с 1991 года в Казахстане проведена глобальная работа для сохранения мира. Развитие этого направления необходимо продолжить и особое значение уделить борьбе с экстремизмом и терроризмом. Экстремистские вот эти организации, терроризм, оно вот стало как бы бичом нашего общества. И поэтому вот пятый приоритет как раз-таки говорит об этом, что нужно укреплять нашу безопасность. Акмарал Ибраева внимательно изучила послание президента. Как педагог, она отметила важность перехода страны на трехязычное обучение. Знание английского откроет перед студентами двери международных вузов благодаря программе академической мобильности. Любой студент из нашего высшего учебного заведения может поехать куда угодно, то есть по программе по академической мобильности, и может изучить любой язык. Ну, прежде всего, конечно, в послании говорится о английском языке. По поручению президента изучать несколько предметов в школах на английском языке начнут уже в 2019 году. Но прежде необходимо повысить уровень подготовки педагогов в сельских школах. Качество преподавания в них не должно отставать от городских. Ольга Файзулина, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.